Дрискол, я готов. Есть работенка? Да, но сперва хочу рассказать тебе об истории гильдии. Окей. Я увлекаюсь историей. Ты знал, что первая почтовая система была в Египте? Еще в 2400 году до нашей эры. Не знал. Ага. Так фараоны рассылали свои указы, создавая сеть. Подумай о древней традиции, которую ты поддерживаешь, доставляя письмо. Обязательно. Уж постарайся, умник. Теперь доставь сообщение. Оно помечено как срочное. Поэтому ты по пути ни на что не отвлекайся. Будет сделано. Гильдия курьеров, вам сообщение. Я ничего не ждала. О, боже! В чем дело? Моя беременная клиентка беспокоится о своем ребенке. Она жалуется на боль, так что мне нужно осмотреть ее. Просто я акушерка. А почему ее муж за тобой не пришел? Господи, нет. Она от него скрывается, понимаешь? Ребенок не его. Даже не знаю, что он сделает, если найдет ее. Никому ни слова, пожалуйста. Понял. Я могила. Спасибо. А теперь прости, мне пора собираться. Необходимо предъявлять эти...
Закончил. Неплохо, умник. Первая доставка прошла успешно. Фараон мной доволен? Если под фараоном ты подразумеваешь меня, то доволен. Приходи, когда будешь готов к следующему заданию. Оно не будет простым.